Медет, здравствуйте все. Я хочу высказать несколько слов по поводу предстоящего 1 июля голосования, внесения так называемых поправок в Конституцию. Но я считаю, что это, во-первых, незаконно, потому что изменение в Конституцию, любую, в том числе в Конституцию Российской Федерации, и это прописано в самой Конституции, вносится референдумом. Это делается референдумом, а референдум у нас не объявлен. Понимаете? Это первый момент. Второй момент. Нельзя одновременно голосовать одним бюллетенем за такое огромное количество поправок. Это тоже неправильно. Выносится всегда один вопрос. Но, во всяком случае, в нормальном демократическом государстве выносится один какой-то вопрос. Ну и самое главное, делается это, вся эта мишура, все эти поправки, масса поправок с заботой, так сказать, о населении, с заботой о гражданах, сделается только для того, чтобы прикрыть одну основную поправку. Это для того, чтобы продлить полномочия действующего ныне президента России до бесконечности. А я Путину не верю. Вы верите, нет? Вот если вы, так же как я, не верите ему, приходите 1 июля, проголосуйте против. Я понимаю, да, они все равно сфальсифицируют. Но мы, вот я, допустим, сделаю так, я приду и проголосую против, и совесть моя будет чиста. Вот. Если вы со мной согласны, поступайте так же.